Ну что, как покатался, приятель? Не упустил флаг? На этот раз у него получится! Нет, не получилось. Майк, неуклюжий. Отстань, малявка. Папа с дедушкой почти не разговаривает, а мама вечно пытается их помирить. Дедушка – часть этой семьи, так что не будем оставлять усилий. Скотт, мы опять летим на Луну! Они собрали старую гвардию, чтобы обучить нас! Я думал, все динозавры вымерли. Кое-кто из старых волков не придет. Дедушка должен был участвовать в последнем полете на Луну, но что-то сорвалось. Я хочу снова объединить семью. Надо что-то делать. Эй, а я ничего не трогал. Ты сумел помирить тех, кто враждовал целую вечность? Да. Знаю, это звучит безумно, но я могу спрятаться в ракете и полететь на Луну. Друг, Луна в той стороне. Бегите без меня! Я жертвую собой во имя нашей миссии! Спасибо, друг! Не бросайте меня! Чтобы попасть в ракету, нужно проникнуть на стартовую площадку. Что вы здесь делаете? Кто там? Твой сын и его девушка. Что? Она совсем не моя девушка! У меня вообще нет никакой девушки! Вот улёт! Все системы включены. Ребята, что вы натворили? Ой-ой! Пошли, детки. У нас есть миссия. Просто друзья.